Магистр кафедры вычислительной техники Екатерина Ульянова на церемонии вручения дипломов поднималась на сцену дважды. Первый раз в числе лучших студентов вуза и второй за долгожданным документом о второй ступени высшего образования. 6 лет в стенах Саровского физтеха пролетели быстро. Впереди у Екатерины профессиональная карьера в ядерном центре. Эти 6 лет, как полагается, были как раз-таки основными в моей жизни, потому что это было начало взрослой жизни. Они мне дали очень много близких для меня людей, это в первую очередь, которых встретила я как раз-таки в стенах родного института. И самое главное – это багаж ценных знаний и опыта, которыми на протяжении всего обучения со студентами делятся преподаватели. Среди педагогов вуза – кандидаты и доктора технических наук, сотрудники ядерного центра. Многие студенты совместно со своими научными руководителями делают успехи в исследовательской деятельности. Перед вами стоят новые, совершенно фантастические, амбициозные задачи, которые, как мы надеемся, вам будет по силам решать и фактически сделать новую Россию. Лекции, лабораторные работы, зачеты и экзамены. В череде постоянных студенческих забот многие находят место для общественной деятельности и участия в спортивных соревнованиях. Среди выпускников этого года – победители городских чемпионатов, авторы социальных проектов, активные участники городских мероприятий. Карьера успешного специалиста в выбранном направлении складывается из нескольких составляющих. Мне бы хотелось выразить надежду, что тех знаний, компетенций, навыков, которые вы приобрели в нашем вузе, будет достаточно, чтобы влиться в коллектив Российского федерального ядерного центра. В этом году дипломы бакалавров и магистров получили почти 230 студентов и выпускников политехникума. Уже в новом учебном году некоторые из них вернутся в стены своей альма-матер получать знания на следующей ступени образования или пополнят ряды преподавателей вуза. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.